Леопард очень внимательно выслеживает будущую добычу, сосредоточенно анализирует повадки поведения животного, изучает. Дальневосточный леопард – прирожденный тактик. Обнаружив добычу, он умудряется к ней подкрадываться очень близко, на расстоянии 5-10 метров, и делает это настолько тихо, что жертва с острым слухом не может почуять приближение опасности. Крадется он, используя все преимущества рельефа. Выслеживание добычи может занимать около 2 суток. Насколько тщательно дальневосточный леопард подходит к делу, добывая себе пропитание. С какой грацией и изяществом леопард подкрадывается к своей добыче.